Уборочная кампания на Могилевщине под пильной увагой профсоюза. У створения комфортных умов працы контролюют по час мониторингу. Представники профсоюза узнаемятся с организацией рабочей смены и отпочинку сельгасработников, умовами харчевания, выполнением техники безопасности. Наш репортаж с Черековского района. На мехдворе агрокомплексу светлый шмат кветок, чистеня. У те комбайны их у господарцы 11, зразумела, у поле. Покуль механизаторы не пришли со змены, представники профсоюза знакомятся с умовами быту сельгасработников. Помыться, скорыстаться сауной, коли ласка. Есть навод пральная машина. Особливая увага умовам харчавання. Ці ёсць магчымасць падагрець ежу, ахалодзіць, колькі каштуе харчавацца па меню гаспадаркі. Дарэчы, гэты кошт асабліва прыемна здзіўляе правяраючых. Менш за рубель абыходзіцца работнікам светлага абед, 20 копеек вячэра. Мы смотрим, чтобы и комфортно человеку было, чтобы отношение к нему было, чтобы информированность у него своевременная была, чтобы подводились итоги соревновательные. У людей имеются папки, где все это прописано. То есть ежедневно человек может видеть, сколько он заработал, и как бы нацеливаться на то, чтобы еще работать лучше. Агрокомплекс «Светлый» – самая великая по площади господарка в Черкасском районе. Амаль 4000 гектаров засеяно збожжевыми и зернебобовыми. Убрана покуль пятая частка площади. Однако при любых темпах працы нельга забываться и про технику безопасности, нагадывают удельники мониторингу. Досконало и отказно проверяют зернесушильный комплекс. Он один и на господарку. За змену может опрацовать 120 тонн збожжевых. Проверка технічнага інспектора сур'ёзных парушэнняў не выявіла. Ні ў якім разі не пакараць за парушэнні, а аператыўна зняць магчымую праблему. Такая задача стаіць перад удзельнікамі маніторынгу. Праверкі працягваюцца і да канца уборачнай прадстаўнікі прафсаюзаў наведаюць усе раёны в області.